Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Куди подітись дітям і дорослим у місті, особливо якщо ви хочете знайти для себе активне заняття для спорту та відпочинку. І сьогодні будемо говорити про скейтборд, про скейтбордінг і про те, як же правильно до нього ставитись і чи є у нашому місті ті місця, де можна займатися таким видом спорту. Отож, до нашої студії ми запросили двох тренерів. І це хлопці, які з скейтом подружилися, знають, що потрібно робити, як відрізняти професійний скейтборд від звичайного. Отож, це Ілля Глотов і Роман Купрін, тренери, організатори змагань зі скейтбордингу. І хлопці вже сьогодні знають, що є у нашому місті та як краще займатися цим видом спорту. Насправді він досить таки травматичний. І треба знати, що потрібно робити, як правильно на нього стати, як пересуватись, і, ну і взагалі, що таке скейтборд. Отож, давайте, Ілля, з вас почнемо. На вашому прикладі скейт, от як він з'явився в вашому житті і чому ви до нього так прив'язалися? Здравствуйте. Скейтборд в моїй житті з'явився 10 років назад. Як зараз пам'ятаю, товарищ попросил на день рождения у своих родителей скейтборд, после чего ему запретили ходить на спот, так сказать, да, на сленге, место для катания. Ему запретили туда ходить, он передарил его мне, и у меня все началось, сразу все схватывало на лету, старшие объясняли, родители были в шоке, драные кроссовки, джинсы и так далее. Но вам не заборонили, не, Илья? Безусловно, не запретиш. Ну, вам ще спробують так заборонити, так? Тобто ви для себе обрали вже шлях, і ви тепер займаєтеся ним професійно. Да, останні років 5 можна назвати це професіональною діяльністю. З цим зв'язана вся моя життя, це перші поїздки в інші міста, все взросління, всі етапи я пройшов з цим інвентарем. Для мене це прям ціла ідеологія, а не просто доска на колесиках. Так. А, Романе, як у вашому житті з'явився скейтборд і чи ви так само хотіли, як займатися цим видом спорту, от як Ілля, настільки вже прагнули? У мене скейтбординг з'явився в житті 8 років назад. Точно так же різко по щелчку пальців просто влюбився в це діло і все, так же, як Ілля. Точно так же рвані кросівки, рвані джинси на коленях. Рвана кожа і все подобне. Ну, мені здається, що взагалі от люди, які займаються цим видом спорту, вони чимось схожі. От вони такі, знаєте, відчайдухи такі. Вони можуть куди хочеш заїхати, вони можуть зробити трюк якийсь. От, чи у вашому арсеналі вже є перелік тих трюків, які ви вмієте виконувати? Чи, ну, от як розділяються взагалі професіонали за виконанням тих чи інших елементів у цьому виді спорту? Можна почувати перше? Не выдумывай. Вопрос я понял. Это очень легко отличить. Да, есть определенный набор трюков, который умеет аматор, да, человек, который любительски этим занимается, и который умеет профессионал. Это наличие там выигранных соревнований, материала в плане видео, которое он снял за эти годы, наличие спонсорства, каких-то партнерских отношений с магазинами, брендами и так далее. Так отличается аматор от профессионала. Угу. А у вас вже є оце все, що ви тільки що перелікували, да, так? Да. Тобто ви можете сказати, що зараз цей вид спорту вже є і надійною такою опорою, ви можете заробляти гроші. Ну, я живу благодаря, не із-за, благодаря скейтбордингу. Помню тот самый переломный період, когда сверстники начинали находить свои первые работы. Я, возможно, в этом моменте опаздывал, но я гнул линию и думал, сейчас еще чуть-чуть, родителям даже объяснял, чуть-чуть еще, поддержите меня, скоро все будет. И так и произошло. Угу. А з приводу дітей, взагалі занять з самого початку цим видом спорту досить таки серйозно треба ставитись, тому що, як ви казали вже, це рвані кросівки, це джинси, от які може, яких може вистачити не один, не два рази, так? Ну, насправді треба підходити не лише з цього, з цієї позиції, так? А ще як дитину правильно навчити, тобто що вона повинна знати, щоб не було травм, щоб не поламати собі ноги, руки і взагалі, щоб стати правильно на скейт і навчитися якимось елементарним хоча б навичкам. Смотрите, в першу чергу від травм ніхто не захищений буде в катанні.
в любом случае в какой-то момент может произойти так, что ребенок просто случайно не так стал. И на моей практике, и на практике Ильи тоже довольно много случаев было, когда дети просто, они не ломали себе ничего даже, но они все равно травмировались. И вот как раз в такой момент ребенок понимает, нужно ему это или нет. Вот какое-то такое первое сильное падение заставляет ребенка просто в голове понять, а нужно мне это или нет. И вот если он после первого падения так просто поднимется, поймет, что мне надо постараться сделать еще раз, то тогда уже в нем появляется вот эта вот искорка, которая заставит его хотеть дальше кататься. Угу. Тобто не зважаючи ні на що, так? Не зважаючи на те, що це будуть травми чи перепони у їхньому житті, вони все одно можуть продовжувати. Хто частіше хлопчики, так, мабуть, більше займаються цим видом спорту? Безусловно. Угу. Як можна зараз займатися у місті, тому що ми пам'ятаємо, що там ще декілька років тому не було місць, де можна було би розігнатися, де можна було би кататися вільно. Ну, зараз з'явилось вже, з'явився такий майданчик. І, до речі, багато наших мешканців і взагалі гостей міста радіють з того, що хоча б якась площина вже тепер є у місті. Так, ну і з приводу майданчика. Його достатньо, на ваш погляд, Ілля? Я немножко издалека начну. 10 лет назад, когда мы начинали кататься на скейтборде, мы парафином мазали бордюр для того, чтобы научиться какие-то элементы скольжения. То есть в максимально диких условиях находились, скейтеры были разбросаны по всему городу, нашу субкультуру воспринимали как за вандализм взрослые люди, поскольку место действительно рушилось, чего уж там греха таить, мраморные грани действительно разбивались и так далее, на что мы всегда отвечали, у нас нет альтернативы. С этой проблемой мы жили, ну не мы жили, старшее поколение, которое было еще до нас, скейтбординг в Днепре существует 21 год. Вот 21 год существовала эта проблема. Вы представляете, сколько местная власть, так сказать, игнорировала эту проблему. Спустя 21 год, да, у нас сегодня есть скейт-парк европейских стандартов, к которому придраться нельзя. Это действительно, ну, доброкачественно, потому что у нас есть опыт со скейт-парками на Красном камне и так далее, которые тендеры были созданы для набивания чего-то, ну, вы понимаете, для галочки. Это был, вот, молодежи сделали скейт-парк, но он делался там людьми на заводе, которые совершенно в этой геометрии не понимают. Тобто зараз от можна там робити якісь трюки, так, чи все одно недостатньо, на ваш погляд? Чи хотілося б щось мати те, що є в інших країнах, от які для вас є взірцем, наприклад, у вашому виді спорту? На самом деле у нас в городе есть несколько скейт-парков, но каждый из них отличается просто максимально, кардинально, так скажем. Вот, и если брать какой-то скейт-парк, который находится, к примеру, на Красном Камне, и сравнить со скейт-парком, который находится на Левом берегу, это просто земля и небо. Вот, правильный скейт-парк должен быть, ну, должен сделан быть из бетона шлифованного, вот, а не из асфальта, потому что при падении, когда ты плавно скользишь по бетону и плавно скользишь по асфальту, результат абсолютно разный. Вот, и даже дети, которые начинают, они, к примеру, вот упадут на бетоне, немножко просто проскользят там, и им будет не так больно, они не испугаются того, что, ну, у них начнет сдираться кожа или что-то еще. Это тоже отталкивает. Ну, знаете, бетон и асфальт, мне кажется, что взагалі треба якось захищати, можливо, своє тіло, від, або вчитися падати, я не знаю. Ну, тобто, насправді, це погано, що на асфальт впасти, що на бетон. Ну, це як на мене. Ну. Конечно, просто есть еще такое понятие, как ложное чувство защиты. Когда ребенок надевает шлем, налокотники, наколенники, вот, это все равно не спасает его от того, что он, к примеру, ударится какой-то другой частью тела, которая точно так же может пострадать и не будет абсолютно защищенной. Он может упасть на спину, он может упасть на плечо. И вот это вот ложное чувство защиты, оно, наоборот, иногда делает хуже. Защита, безусловно, нужна. Но, к примеру, если ребенок чеснется вот этой вот частью об асфальт, будучи в налокотнике, он здесь себе все счешет. Если он возьмет, падет на бетоне, просто проскользит, у него рука будет целой.
Угу. Вот. А скажіть, захищають взагалі? Не дарма ж придумали так, там, наколінники, налікники, не це ж і шолом так само, так? Він же ж повинен бути. Чи професіонали вже ж, мабуть, не використовують такі засоби захисту? Они используют шлемы и наколенники, налокотники при катании в рампе, в пуле. Вот. Пул — это просто высушенный бассейн. Раньше скейтеры в 80-х годах открыли для себя такое новшество, как катание в бассейне. Угу. Вот. А ви як катаєтесь? Які у вас на вашому рахунку є трюки вже, ну, якими ви могли би пишатись, наприклад, Ілля? У меня есть просто видео, в котором, допустим, результат за последние 5 лет. Если вернуться к теме защиты, можно крайне редко одеть, если что-то серьезное снимается. Угу. Можно одеть, безусловно. Но обычно это не наша дисциплина, да, и на самом деле чувство ложной тревоги, это действительно, это психологически играет роль. Я одеваю наколенник, ну вот на одно колено, да, допустим, проблемное, и вот туда и падаю. Это так и происходит, mm-hmm. если все делать. У меня дети на тренировках не падают, потому что все происходит по формуле. Я понимаю, что для обывателя это выглядит экстремальным видом спорта, но на самом деле... Якщо робити все по техніці, там і падіння не буде. Так, ну от я якраз і намагалася почути від вас саме такої відповіді, бо я точно знаю, що справді може бути все, що завгодно, але якщо тренуватися і готуватися до усього, що ви робите, то якомога менше з вами станеться неприємностей. Конечно. Це так завжди є, завжди було в будь-якій справі. З приводу змагань, чи можуть вони бути, чи відбуваються вони у війну, чи можете ви організувати? Як з цим зараз в нашому місті? Немножко предыстории. Соревнования в Дніпрі по скейтбордингу устраиваются еще с далеких 2010-2011 года. Обычно они создавались старшим поколением, которые просто любили эту культуру, у них не было никаких там привилегий а-ля в горосполкоме и все такое. Это просто вот люди, которые самостоятельно решили. За счет своей инициативы обычно это поддерживается магазинами, они выдают комплектующие, призы, как-то стараются поддержать, потому что соревнования – это безусловный шаг вперед для прогресса любого учащегося. Последние 3 года соревнования в Днепре организовываю я и люди, которые проявляют инициативу, чтобы мне помочь. По поводу сегодняшней сложившейся ситуации, мы провели 21 июня соревнования в честь Всемирного дня скейтбординга. Я обратился к людям, которые обратились к местным, ну, в общем, депутату, который так же самое проживает на левом берегу, вот, который выдал нам разрешение на проведение. Полиция была уведомлена, я всех предупредил, мне дали добро, я всех детей уведомил о ближайшем бомбоубежище, и мы прекрасно провели эти соревнования, все было у нас. Ну, чудово, бачите. А чи були учасники з інших міст взагалі, чи можна було їм доїхати до нас? В прошлом, позапрошлом году у нас було дуже багато людей. Це Павлоград, це Запорожье, Новомосковськ. З областей люди дійсно приїжджали, тому що у них в місті, да, можливо, організація провисає, у нас інтересніше. В цьому році, к сожалению, ну, люди бояться просто банально виїжджати так далеко від дому. Там пару человек из Павлограда было, а так все местные, да и местные, к сожалению, тоже, вот, ну, как бы, понимаете, разъехались. Кто зміг, ну, звичайно, да, кто зміг, той приїхав, да, так. Як зараз тренуєтесь, чи вдається кожного дня, і треба тримати форму, так, особливо для такого виду спорту, який вимагає постійних тренувань? От, Роман, як у вас це? Я стараюсь тренуватися як можна чаще, тому що... Естественно, со временем, если ты не повторяешь что-то или иной элемент, то у тебя абсолютно ничего не получается. Угу. По итогу, ну, не совсем абсолютно. Этому просто нужно уделять время, точно так же, как и любому другому делу. Все забывается, и единственное, что помогает, это мышечная память, которая может тебе помочь даже после какой-то длительной травмы или же просто длинного перерыва по той или иной причине, снова встать на доску и
Да и вестибулярный аппарат тоже помогает. Он изначально начинает прокачиваться и поддерживается в определенном состоянии. З приводу пересувань містом можна побачити людей, які за допомогою скейтборду можуть їздити там на проїжджій частині. Як ви взагалі ставитесь до цього? І ми розуміємо, що це досить таки небезпечно. Чи ви попереджаєте своїх учнів про те, що так краще не робити, чи десь можна їздити? У нас з велодоріжками проблема, проблема з місцями, де взагалі це можна робити. Тобто людина опиняється на проїжджій частині, в неї є ось такий засіб для пересування і час, так, час, а треба швидше, наприклад. І тут дуже небезпечно. Будь ласка, от Ілля, до вас питання. Улица – это, в принципе, это прям стихия скейтбординга, все скейт-парки, они смоделированы по принципу уличных каких-то ограждений, перил и так далее. Это нельзя отрицать, не говоря там, да, за безопасность, это 100% стихия. Большие склоны, длинные и так далее. В Европе люди взрослые, там, лет под 40, ездят на скейтборде на работу, в офис, в порядке вещей. В нашем городе, конечно, небезопасно. У нас не стрессоустойчивые водители, не везде есть дорога, по которой можно проехать. Да, это не приносит удовольствия нас так, как могло бы приносить. В каких-то отдельных участках, да, безусловно, я возьму, проедусь в наушничках. Ой, я понимаю, с наушниками. Это живая зона, там, где у меня привилегии, а не у водителя. По проезжей части, конечно, нет. Да, нет, небезопасно по поводу учеников. Ученики обычно таким не занимаются. Они пришли вот так со скейтбордом, скейт-парк, все, для них вот территория, они там и катаются. Ну, хто вже зможе відчувати впевнено себе, то, мабуть, захоче проїхатись, десь прокатитись. Ну, це теж треба враховувати, враховувати усю небезпеку, яка є на вулиці, і, звичайно ж, краще цього не робити, ну, хоча б принаймні до того часу, поки будуть умови створені в нашому місті. Ми определенно вам не советуємо, конечно. Так, ну, хлопці, і, звичайно, від вас поради, ну, і взагалі, для тих людей, які взяли в руки такий чудовий засіб пересування, і не тільки засіб для спорту, для вмінь, навичок, оцей скейтборд, справді це дуже класно, якщо ви вмієте і знаєте, як з ним поводитися. Тому для учнів, для дітей, для батьків, для дорослих людей, які ніколи не стояли на ньому. По декілька слів, ну, Романе, з вас почнемо. Ну, во-первых, просто нужно желание и старание к тому, чтобы становиться лучше, вот, потому что каждое старание на доске переносится на старание в жизни. Если интерпретировать катание в жизнь, то точно так же в жизни есть и падение, и взлеты, так же, как и в катании. Mm-hmm. Когда ты падаешь со ступенек, ты поднимаешься и делаешь этот трюк еще раз, пока ты его не сделаешь. И в жизни это очень помогает. Бачите, як вам вже, мабуть, підходите вище і вище, так? Вершина. Ну, вершина, да, вже своя десь, філософія. Десь наближається. Так, будь ласка, Ілля. Для людей, которые хотят начать заниматься скейтбордингом, либо попробовать, первое, ни в коем случае не покупать скейтборд на базаре, либо в наших известных спортмагазинах. Это табу. Купить такой скейтборд – это то же самое, что учиться играть в футбол на спущенном мяче. Вот то же самое, потому что это еще более небезопасно, чем кататься на скейтборде по проезжей части, потому что деталь отпадает, человек падает. Физическая подготовка перед тем, перед катанием, перед тренировкой, обязательная разминка, не говоря уже о том, что да, это по умолчанию утром должно быть, дабы себе ничего не растянуть и так далее. Если нет возможности в вашем городе, в нашем городе, или вы не знаете, обратиться к тренеру, хотя бы какие-то азы в Ютубе 100% есть, чтобы вы понимали, где вперед, где зад, куда можно вставить ногу, куда нельзя, дабы избежать травмы. Я вам дуже дякую, хлопці. Справді чудові рекомендації. Справді вони допоможуть усім, хто хоче стати, ну не тільки стати, а навчитися добре їздити, кататись і виконувати трюки, можливо. Тому я так сподіваюся, що більше стане поціновувачів такого чудового виду спорту. А вам бажаємо, звичайно ж, успіхів. Нехай будуть змагання, їх нехай більше буде. І буде можливостей у нашому місті і в інших містах нашої чудової країни. Ну і, звичайно ж, усім нам бажаємо мирного неба над головою. Дякуємо вам, зустрінемось за декілька хвилин.